Когда ты начал задавать, Юра, этот вопрос, я часто-часто это вспоминаю, когда ты мне предложил освободить Сергея, Сергея его зовут, этого Тихановского, и запустить его в Литву через границу. Ты мне говорил, что он там такую революцию поднимет, что Беларусь такого в 20-м году не видела. Он говорит, им за жену, которую они там терзают налево-направо, мало не покажется. Я думал, ну ты пошутил, ладно, я эту шутку услышал. А сегодня думаю, зря я тогда Тихановского туда не запустил. Эти все свекловичные быстро потемнели, если бы он там появился.